Сушка фруктов и овощей – традиционный способ заготавливать на зиму витамины и полезные вещества. Электрическая сушка сэкономит время и сохранит в продуктах максимум полезности. Как правильно ее выбрать, разберемся. Сушки для овощей бывают конвективными и инфракрасными. Конвективные сушки высушивают продукты при помощи теплого воздуха. При этом вид и вкус продуктов немного изменяется. Лучше выбирать модель с вентилятором, иначе продукты будут сушиться очень медленно. Инфракрасные сушки испаряют воду из продуктов при помощи инфракрасного излучения. При этом в продуктах сохраняется максимум витаминов, а еще вкус и даже цвет. Но продукты придется резать достаточно мелко, потому что волны проникают в глубину не более 1 см. Мощность и объем. Чем больше мощность устройства, тем быстрее сушка. Оптимальное значение мощности – 350 Вт при 4-5 поддонах. Если нужно большее количество поддонов, тогда выбирайте устройство с большей мощностью. Смотрите на параметр максимальной загрузки продуктов. Он указывает на то, сколько килограммов вы сможете высушить одновременно. Если сушка конвективная, выбирайте устройство с высокими бортиками в поддонах. Так вы сможете высушить большие кусочки и сэкономите время на нарезке. Материал корпуса. Нам предлагают два варианта – пластиковый и металлический. Пластиковый стоит дешевле и намного легче. Это упрощает работу с устройством. Современные виды пластика безвредны, но нужно выбирать только качественные материалы. Металлический корпус дороже и тяжелее, а сама сушка иногда представляет собой целый сушильный шкаф. Дополнительные функции. Регулятор температуры позволяет настроить правильный режим сушки. Например, ягоды сушат при температуре 35 градусов, а грибы при температуре 70 градусов. Это очень полезная функция, потому что если сушить ягоды при высокой температуре, то они потеряют свои полезные свойства. Функция автоотключения. Она сработает, если сушка перегреется. Аппарат просто выключится сам. Эта функция очень удобна для тех, кто надолго оставляет сушку без присмотра. Дополнительная безопасность никогда не помешает. Очень полезная функция – режим холодного воздуха. Она срабатывает в конце сушки для того, чтобы сухофрукты доходили до готовности, не пересушиваясь. С помощью таймера вы можете установить время включения и выключения прибора. Некоторые сушилки комплектуются дополнительно поддонами для приготовления пастилы из фруктового пюре или стаканчиками для приготовления йогуртов. Подведем итог. Конвективная сушка дешевле, а инфракрасная сохраняет больше витаминов. В традиционных сушках продукты сушатся быстрее на нижних поддонах, потому что они находятся возле вентилятора и на них уходит больше мощности. Если мощность прибора маленькая, вам периодически придется менять поддоны местами. Для конвективной сушки подойдут кусочки 3-4 см толщиной, а для инфракрасной придется резать мельче. От мощности устройства зависит скорость сушки. Чем мощнее, тем быстрее. Ну и проследите, чтобы на вашем устройстве была функция регулятора температуры и автоотключения в случае перегрева. А если у вас остались вопросы, звоните и пишите в онлайн-гипермаркет 21век.бай. Профессиональные консультанты помогут определиться с выбором и оформят заказ. Вкусных и полезных вам заготовок на зиму!